очередь за перчатками, граблями и мусорными мешками. 2 гектара территории и всего 1,5 часа на уборку. Волонтеры, активисты и просто неравнодушные люди – все они собрались в Барнаульском парке спорта имени Алексея Смертина на масштабный субботник. Этот субботник – это наш молодежный, так скажем, ответ в экологию, вклад в экологию нашего региона. Сегодня мы убираем территорию, мы делаем наш город чище, и мы говорим о том, что у нас есть сильная команда молодежи Алтайского края. Более 50 общественных организаций региона разбились на команды. За каждой закрепили свою территорию. Уборка превратилась в настоящий праздник. Молодежь танцевала, пела и активно работала. А собранный мусор тут же вывозили из парка на самосвале. Нужно, во-первых, пользоваться мусорками, это главное, думаю. И как? Надо самим следить за собой. Не бросать никуда и убираться, также субботники производить. Не только весной, не только когда-нибудь в один день, но и еженедельно, ежемесячно, не знаю. Субботник стал поистине масштабным. По словам организаторов, мероприятие установило рекорд Сибири по количеству участников. Их было почти 2000. И столько же мешков с мусором вывезли с территории. Кульминацией праздника стал флешмоб «Полотно дружбы». Активистов построили в круг и раздали клубни с нитками. Их по команде стали перебрасывать друг другу. В итоге получилось огромное полотно, которое стало символом единства молодежи Алтая. Антон Скаль, Александр Молчанов, Сергей Седых. Новости.